Сегодня мир попрощался с еще одним символом эпохи, некогда необходимым, но постепенно исчезнувшим из употребления гаджетом. В Индии закрылась последняя на планете фабрика по производству печатных машинок. Это последний рекламный ролик. Индийская компания Godrej & Boys, последний оплот печатного машиностроения, прекратила производство. На заводских складах осталось 200 непроданных машинок с арабской вязью на клавиатуре. Но причина проста. В последние 10 лет даже самые бедные страны осваивают персональные компьютеры. А первое подобие пишущей машинки появилось еще в 18 веке, но ее массовое производство началось в Америке в 1868 году. Настоящий бум продаж пришелся на 20 век, однако к его концу машинка начала сдавать позиции. Теперь такие изделия можно будет найти только у фанатов и в антикварных магазинах.